Китайское свято ліхтароў прайшло ў ГДУ імя Францыска Скарыны. Яго арганізатарам стаў Інстытут Канфуцыя. На свята, акрамя студэнтаў, запрасілі школьнікаў, якія вывучаюць кітайскую мову і культуру паднябеснай. Дарэчы, 19 лютага завершыліся кітайскія навагоднія канікулы, якія доўжацца 15 дзён. Згодна з традыцыяй, у гэты дзень кітайцы запальваюць мільёны ліхтароў. Яны вераць, што ліхтары дораць людзям надзею на доўгае і шчаслівае жыццё. Китайскі – это практика фонарей называется Юаньсяоджие. А это что это значит? Это значит первая ночь полнолуния. Вот это обозначает очень самые хорошие для китайцев. И поэтому вот этот день у нас считается очень веселый, очень счастливый праздник. До початку концерта гости спробовали написать иероглифы и зарабить узоры с колеровой паперы на майстер-классе от выкладчиков китайской мовы. Открыл представление музычный номер на старожитном струнном инструменте гуджен. Юные китаисты с 6 школ Гомеля на китайской мове читали верши, разыгрывали сценки и спевали. Студенты-филологи так само выконывали популярные песни. Свое майстерство продемонстрировала и Гомельская областная федерация УШУ. Завершился концерт выступлением танцевального ансамбля «Инсайт».